пейте эту чайку, блядь. Слон забагованный. Ой, тилду нажми, где ее буква заработать должен скролл. Сломан, открыл. А у 103-го калаша пуля какая нормальная там? Никакая. То есть? Не бери эту хуйню, бери. Вот что, бля, хочу сказать, блядь. Бип, третий хуёв... пролети в сторону носа. Да. Тебя зушка собьет, а нос кошмар откроет. Один хуй, что 5.45, что, блядь, 7.62. Тилду, говорю, нажми тилду. У тебя заработает этот скролл. Тилда, это нажимаю я тилду, ничего не происходит. Квоё, если что. Попробуй. Ой, два раза в ПКМ. Сейчас такими темпами опять проведем, ребятки. А это да. Сейчас все будем дилда сжать. Дилда. Жук, у тебя никаких проблем нету с открытием КШМ, бля, с доставкой на место, бля. Бип, лети в сторону нос. Тебя зушка собьет, кошмар упадет. Так, ребята, которые на базе, давайте. Ты че, около меня здесь сели рядом противники, не надо это... Сентироваться будет. Ради нас, долетит или нет, блядь. Все вернее меня сели. Сейчас опять пройдем, бля, все в вертушку, блядь. Рюкзаки свои, бля, выкидывайте на базе, бля. Сейчас начнется опять. Я не могу взять парашют, блядь, пульшут. Бип, съел, бип, здесь надо. Бип, бип, блядь, не надо. Да им, по-моему, вообще всем по барабану на меня. Я летаю только как дебил, меня даже никто не стреляет, блядь. Когда надо, нихера, вот что за люди? Забота, да? Давай, Азот, подтягивайся! Полетели, ребята! Сидит в бой. Рядом с Чемберлендом, он не выпрыгнет. На стрелке V8. Жук, сбей меня трубой, сядь тут, сбей меня. Я тебе кашляю, полетишь уже страшно. Взяли эти, блядь, парашюты. Или разверни, я не знаю. Метку на Б1 поставил. Около меня тут уже стрельба идет. Ну-ка, разверни, я этого имбецила собью. Чемберлен, что ты, это вертолет полупустой. Че полупустой? Кто говорит? У меня 8 человек без меня, я же не могу выпрыгнуть. Не, ну я сижу здесь в этом, в салоне у тебя. Ну а кто виноват, что эти... Они в другой вертолет он сели, там полетели. Он, чувак, так, набирай высоту. Вот этим классом. Сейчас, подожди, сейчас кашешь. Я тут. Тут, Денис? Да. За кого тебя? За синих? За синих.
А, ну мы опять будем сосать. Мы кошмо одну не могли развернуть. Она прилипла. Стрельни мне в лоб, сос. К вертолету. Зачем? Около меня кошем. Тише, тише, около меня кошем. Летали. А карта поменялась? Да. Еще крикнешь, когда прыгаете? Это не лагучая. Ехала мимо меня, южнее. На прошлой карте у меня пипец все тормозило. Чемберлен, какая скорость примерно? Скорость 160. 1,7 до триера. Так, парашютисты, 3 секунды. Давай на B1, на B1. Пиздец, на 1,4, 1,3. Пошли. Народ, идите вы нахер, блядь, попросил же, блядь, тише. Подожди. Давай, прыгай. Нос, добро пожаловать в доблестную Красную Армию, блядь. Да пиздец, блядь, Чемберлен не замолкается, блядь. Я же потише сказал, я уже целился, нахуй. Там у пендов веселее, можешь к ним ходить. Мы поймем тебя. А что тебе мой разговор мешает целиться? Мне мешает вычислить кэшем, блядь. Да, Чембер, у него руки трусят за его губы. Показывает 28 мест за красных, а мест нет. Не знаю, но они спалили меня, может пошли маленько. Нет, броль, может пошли. Может их триггерами надо сделать. Б1 нет мин. Вот все, останьтесь на Б1, 5 стволов, останьтесь и держите его. Эти дичь такую. На мне кашем. Это примерно поставил, куда двигалось. Нет, он кашем. Есть. Взорвал? Да. Да, Нос, ты прав. Я вижу противника. Ну так. Сейчас бы двух кашем. Соломон, где-то лучше не загоняй. Это единственное кашем. Че один? Он еще тост у нас кашем. Бит, откуда я буду поставил. Бородат в пустую пошел. ВМП захвачено. Воздух с запад. А наш. Соломон, если вы убили здесь этот ККШ-мку, их мне, наверное, лучше перегнать отсюда. И что искать по ним. И откуда это он здесь взялся, Хантер? Да хрен знает, спину мне лупил, козлина. Вы вольнули? Я убил. Ну о, забился. Первок. БМП. Он захвачен. Борода. Там это как у севернее тебя, кэшемка у них. А что выбить? БМП или кэшем? Кэшем, конечно. Конечно, кэшем.
неделю на Б2. Вот залупа рядом в домах. Пацаны, подходите к домам, первые дома, давайте, защищайте, залупа сидит. Борода, а где БТР? Давай, дай мне. Я одну БМП ушатал, вторую захватил. Ухожу. Сейчас этот КШМ попробую. Кеп, ты заминируешь Б1 меня? Прямо от флага. А, слышу БТР. Это я. Между нами, да? Чембер. Это я. Я понял. Дубрава, первые дома, вот эти зачистку, там сидит эта пизда, господин или как. А он? Тебе огонь, да, борода? Нет, это взрывается коровник, да? Который выбил. Как? Понятно. Коровник вот этот серый или кирпичный кладка? Да, левее, вот коровник и кладка. Смотри, оттуда произвелся выстрел, не успел чекнуть, чёрт. Вот оттуда выстрел. Сейчас я выйду на позицию, я за хпшу там всё эту хуйню. К Б1 подходит. Куда? Здорово. Метки кашляем. С востока 50-100 метров в кустах. Сейчас будет подниматься. К лестнице подходит к Б1. Там второй идет. Второй восточный 100-150 метров. Третий. Все, они к Б1. Там куча. Второй к лестнице Б1. Давай, борода, по Б1 работай. В Б1 двое зашли. Блять, сори, ну. Шаманы, блять, ну что ты. Да идите вы нахер, короче, вот реально пиздец, блять. Вы либо карту не видите, блять, либо GPS, блять. Все, не плачь. Пиздец просто. Только не закидывай, блядь, минами нас. Лучше врагов нас. Димон, нашел. Лоу левел от Б1 на скалах левее. Левее сидит. Да, нашел. Уничтожил? Димон, ушатал маску? Нет, я не нашел ее. У тебя есть стамина? Не, вообще ничего нет. Я же налегке путешествую. Б1 обстреливает с востока. Сава, чем? Блин, я хотел срулить отсюда. Мируй Б1. С востока летит вертолет. Кошму везут на востоке. Что сказал у нас? Курс. Машку вторую, Сашка.
меня осадит. Лоу, я заминировал там. Хорошо. На второй этаж не подходи. Ну, блять. Лагающее говно, сука, летает. Северо-восток, Б1, много противников. Северо-восток, Б1, много противников. Что не так с этим вертолетом? Я убил пилота. Вот где упал вертолет, да? Там пехотинцы на востоке. Хакер двое пишет. На склоне. И она везла КШМ-ку, и КШМ-ка походу это не развернута, но ее сейчас развернут. К ней уже бегут те. Твои? Да, там три пехотинца есть рядом с горящим вертом. Попробую постараться успеть добежать до меня. Ну, судя по направлению, я не вижу, чтобы подходили открывать. Как-то вскользь прошли от горящего вверх. Идет хакер по зеленке. Вот хакер, куда ты в зеленку заходишь, там тело. В темной форме. Я подобею на дымиться. Он бежит по-любому открывать. Вторую КШМ несите на противоположный город. Выбьют. Обратно попадут. Как я не люблю на вышке сидеть. ВРДМ рядом с Б1. Еще один вертолет, скажем, люби родину, мать твою. Даже там садить будут. А, он через триггер пойдет. Опять на Б1 идет. На Б1 опять идет конечно. Хрень. Откуда? С севера, идет на это какого КШМ-ку тачет. И опять лагает он. Ты даже не это бишь. Уже не слышал. Подлагало или это меня опять выкинет сейчас? Нет, вертолет лагает. Лагает он завис. Это, нет, это его на этот раз лагает. Так два раза уже он лагает. Он лагает не два раза, а по определению. У нас, короче, ушел. В соседнем доме, блин, Гера, аккуратнее справа. Дома вот эти, в втором этаже, по-моему. Это с КШМ-кой он завис, что ли, так? Его убить можно, пока он залагал? Лёгко. Б1 продвигается по зеленке опять с севера восток. Денис, как у вас успехи? Меня не, ну, битком народу нет, нет. А, то я хотел узнать там. У вас летчик какой-то на вертолете, он лагает. Вот лагал. Странный вообще. Вот то есть лагал. Второй раз прилетает, его прям мотыляет. Молодец. Так вот это пиздот, она просто как. Хотел узнать впечатление от игры. Эти не носит нихуя. В это, ну, в вашей команде. Чё думают о нем? А я вышел в лобби, а потом, ну, и места окончились.
короче. Странно. Хочу по зеленкой опять начать. Подожди, по-моему, когда в лобби выходишь, ты не освобождаешь слот. Освобождаешь, я слот освободил, пришел, хотел перейти в другую команду, а там слотов уже не было. А, так не. А зачем? Играл бы за америкосов, господи. Сейчас это. Кнопочку надо нажимать. Где-то между азототом или и мной. И бы один зеленочек. Он видел. Танк, уходи, уходи, у тебя на вертушка. Подождите, пацаны! Танк, уходи, у тебя вертушка на хвосте, уходи! Вижу, быстрее! ВМП! Тула, Тула, Азотот, повери, смотри на меня! Ага, все. Парашютист над городом. Десант. Да, ну причем стоит. А там три, блядь. Ой, пять. Ебать, пять дом. Парашютистов. На B1 что ли? Да, третьем один. Нет, они. Опять севернее B1 опять садят КШМ. Севернее B1 сажают КШМ. На B3 выпрыгнул. Три быстрее берите. Там дальше еще сидит, блядь, это. Вижу, сука. Убил. Да убил, блядь. Зато вы выбили там ПКШМ. О, они развернули ее, блядь. Бегают там. Тут мины, блядь. Блять, сука. Там еще мины, блять. Сейчас тушкой разменим. Где у тебя осталось. Там противник? Северо-восток. Вертушка, они двигаются в сторону КШМ. Март убила я. Куда ты бежал? Опять на северо-востоке. Они там открыли эту кошенку, блин, что ли? Северо-восток там эти. Вы выбили КШМ или нет? Я не по-моему, знаю, нет. Марта, за тот, взорвите его, КШМ. Хер поставил метку. Сейчас север еще прилетит. Я вот на метке, КШМ здесь нет. Вообще они там бегают. Б3 кроют. Распределитесь по точкам, бля, по 5 стволов как минимум. Все, давайте дальше, вот правильно переводит сказал. Зря вы КШМ-2 не тащите. Потому как сейчас КШМ-1 скорее всего выбит, они на севере посадили КШМ. Б3 нужна помощь. Уже херачат побои. Б3 убили. Сберут. Сейчас да, сберут. Не было, я с парашютом прыгал, поэтому мин не было с собой. КШМ-ку, пацаны, кто на базе сейчас появится, несите КШМ-ку дополнительно. Ставьте ее на. Да нету у нас на базе КШМ-ки, ты хоть карту смотри иногда. Сейчас появится. Нахуй мне карту еще сейчас смотреть на перебежке, объясни. У нас нету КШМ-ки второй рядом. Ну так тогда надо принести ее, поставить. Потому что она просранная валяется. Дэнни, на второй этаж, наверное.
Б1. Справа около тебя. Отлично. Убили. Март, Азот там у вас бегают, по-моему. Шаман, встречаю тебя с виноградником. А, их КШМ едет, блядь, на Б3. Чистый север идут. Север, там было два человека с вертушки выпрыгнули. Они... Там в севере сажали КШМ-ку. Один есть не, ангар не белый, в нее можно. Вторую север, когда пойдем. Пригоним, тогда да. На север сейчас пойдет и рисковать. Первую. Жук, под Б1 есть белый большой ангар, туда можно загнать и закрыть. Нос, там тринт подошел уже, меня убил. Прям. Севернее Б1 противник, ко мне. Отлично, борода. С моей стороны подал. Кашем, они там по дороге гонят. Севернее Б1. На северо-запад. Да, городок. На востоке взорвал кашем. Он с дальней стороны, с западной, отдал. Я взорвал на юге. Юго-восток. Ага, загнали. Остановили, сейчас поставлю место. Нашу кашем куда сбили? А ведь поставил место кошмар. Сент-Луис стоит за домом. Ой-ой! Запад, запад уже, запад идут на это. Города, посмотри на северную дубровую ответку. Тебе вот еще на 330 проехать 100 метров и возможно будет пристрелить. Б1 лупит, пока я стрелю. Подходит, подходит, Бэйн. Это мины. Да, заходит на Б1. Добивает, да. Толк. Ты убил его, это понял, да? Охоту объявили, блядь. К северу стреляют. Браво, вон еще идет азимут 310-320. Спасибо.
Понял. А, вдалеке вижу, да. Они все оттуда идут, у них ТШН там стоит. Метка очень точная, можете с минометом. Зеленый. Да, он вперед. Ну это все прискорбно. Два надо в городе. Техника какая-то. Определи ее, где стреляю. Стреляю, я периодически смотрю там. По-моему, тут с юга что-то долбит. Я не уверен, борода, я боюсь высоты. На дороге, видишь, блядь? Он еще там гоните в город, кто будет респавниться. О! Кого мин, у кого мины есть? Б-3 за это, заминируют. Перестрелялся на майку, погоди. Это же Соломон ПТР ебашный. Да. Чем он по Б1-то стрелял? Надо заходить на Б1, Б1 заходит. Б3 надо минировать? Там вроде поставили. С севера бегут на Б1, ребят, много. Сейчас подбегаем уже. Да, пулемет на мою позицию. А вот я уже с пулеметом иду, типа мины попадают. Около Б3 не вижу мин. Точно минировали Б3? Ну туда кто-то подбегал, минировал. Кто там бегал, что-то минировали, если искал. Минировать, да? Вот там видишь, ты говоришь нет. Ну единственный то разминировал. Уходи, сбоку стреляй. Вижу. С севера там несколько тел подошло, в камнях оно. Северный. На 320 где-то в тебя стреляет. Лежит за камушками. Ну то продержитесь и все. Есть.
Камон, что там такое стоит? По этой метке. КШМ от Сент-Луис поехал. Красный из... Да, после выигрыша она помечает и рядом с базой, значит, сколько-то километров помечает противник. Боль, видишь что-нибудь? Пока нет, блин. По над морем прошла вертушка их. Ой, я отходил. А Соломон, что это за круг? У тебя там кемпераж? Соломон, говорят, на тебе КШМ есть. Я не знаю, что там было, там был... Соломон, подтверждаю. Красный... Тебя КШМ едет. Смотри, на тебя, Соломон, КШМ едет, блядь. Откуда? Откуда эти хотя бы? Ну, он, видишь, стрелка идет через ларше. По идее, как-то так идет. Это будет идеальный вариант, конечно, если ты дартер возьмешь. И где ты его нашел? Неужели народ с иглой резнет здесь кто-нибудь, если есть? Тут вертик рядом пролетает. А, не, нифига. Ну, Кошмайки уже заезжает в город. Вижу. Ну, кто с севера. Ой, вы чё? Где я вот можешь проехать сюда в дома? Так.
Еще пока я не знаю. Кто-то здесь долбил, что-то знает. Чё врез здесь прям вот лозу КШМ? Там же круг большой, чё квадрат. Маленький он, когда ты триггер загоняешь. Ближе к триггеру, тем он забором. Меньше. Тут обрезной на вышку 40 секунд. Сока, ты специально это что? Так, опять вот КШМ на воспаление вожу и дальше. Чё вы творите, а? Ребята, зачем своих из-за 10 очков убивать? Охренеть. Что, за твои 10 очков дают? У меня противник. За вышку 10 очков. Не, ну он поставил на секундомер этот, на таймер и, блядь, не ушел. А ты подбивал. Не, какой на таймер, там, блин, 5 секунд прошло, и он сдавал. Хакер на 40 бункер B2 или B3. Что ты поставил? Правильно, я же сказал, что я миру, нахер, блядь, ты не ставить еще раз. А если бы тебя убили, вот сюда, что бы делать? Блин, в нашем пещере мы стояли, целили. Уже стояло. А ты начал ставить. Шемп у нас лучше, двиньте. И чем быстрее, город, тем лучше. Ближе к городу сдвинуть? Так у меня противник. Она... Ее только что целили с РПГ. Блин, давайте народу. Тут уже активно. Противник, дебиб, ликан. Народ, лезьте на КШМ-ки, а перегоните ее куда-нибудь. А желательно вот сюда. Сейчас метку. Блять, ликан, ликан, ликан. Где он? Ваш, просто. Миномёт. Я был восточнее тебя. Дом восточнее тебя. Городок, всё, всё. Шимка у них рядом с B1. Слышно, да, меня? Слышно, слышно. Лис в доме, вот для тебя противник. На метке Сока, вот там противники. А под мостом да, смотрели, как это? Нету тут. Смотрите, они уже КШМ-ки по ангару еще. Не понял, открывают. Как ты Алису убил? Я никаких мин не ставил. Почему нашу уже взорвали вторую? Говорил, угоняйте, чего не узнали. Да мы его угнали, дальше угнали. Все равно взорвали, да? Да, я ее два раза перегонял, все равно.
Лис, как я тебя убил, я не понял. Подонок. Хакер у тебя рядом. А, не-не-не, нифига не рядом. Так, была попытка захватить Б2, я убил Кила, блядь. О, питбуля убил, блядь. А, нет, расколол. Да, посмотри. А минус. Три минуты. За забором от меня слева чел. И у тебя справа чел, справа пробежал. Люкан, какие... правее, да, там где-то. Не вижу. Стар, да, сидит или за забором? Да, пусть я сидел из меня. Бородак, у меня 401 на севере сожгли сломал сейчас вам с чего. А я вижу. Ну там пацана не вижу. Селян, аккуратней рядом где-то здесь. Ах ты. Уходи, уходи отсюда. Да, ну тут прям откуда по тебе стреляли двое. Убил. Там еще один Жека еще есть. Перезаряжается. Слева поедет.
понял, где этот номер. Он так хрена есть. Шим, наверное. Камер стол, походу. Не, Соломона когда убили, блядь, там пацан рядом с ним лазил. Дартер, я так понимаю, вы не скинули, пацаны. Ну, уже не было геморроя. Скинули, скинули все почему-то. Бегаю, блядь, как люк. Где-то бегаю. Знаешь, что это? О, брось. Пять не хватает. Летан чуть пораньше. Марк перед тобой в развалину здания аккуратно. Блять, этот Номанд вообще во всем тризель, что ли, я не понимаю. Они уже нас на пробежке от КШМ пострелят. Камер стреляет, толк, я сейчас помечу. Вдоль дороги, пока мы сравним, бежим на Б1, там мы противник. Вдоль дороги. Все, нету, да. Да. Димон, ты где? Вот так пометил толп. Нет, 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 нет. От твоей стороны кого-то, бля. Шемка, рейтинца, видите сразу ее. Проблема в том, что, блядь, надо вести сразу две. Да, вторую тянем. Либо два там бегают.
будут забирать Б2. Да, я ранил того там Б2. Да, я его тоже ранил, блядь. О, меня вычислили. Надо бы пешком, пешком. Кто-то ж должен заняться им. Толпы нельзя этот велик сделать, понял? Вместо романтически с электроприводом, блин, вставляю раш на великах. Так, там Б2 последнего сняли. Чембер, ты видишь Б2? Ну, мне прикрывает, блять, обозрение. Ну, гони вдоль дороги в сарае. Вон, я точку поставил жук. Это или открывай прямо здесь. Б3 подходит. Хаммер. Он горит, я не понял. Что-то ему прислали или что? Шагип тоже убил хвост. Кто его ебанул, блядь? Это история уже, борода, блядь. А, вон. Амариман с танка ебанул его. Че мне тебе, блядь? Мины под ноги? Или кто остался, держите. На северо-востоке, ой, на юго-востоке слышу звук вертолета. Это не, наверное, космос там. Еба, по тебе зушка работает. Они вдоль заборчиков. Биби, перед тобой там будут заборчики, там сидит тело. Сломал. Он высунулся, убей его на дороге. Он ты стрелял там. На дороге его полгода. У нас, блядь, талант КШМ и ставить так, чтобы потом через поле бежать километр. Да, прикольно. Это надо уметь. Скоро еще дагер прилетит. Я уверен. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кто не пьет шампанское, тот не мудак. Тот кто? Или дегенерал. Это мудак, блядь. Шампанское пьет или аристократ, или дегенерат. Это да. Или по поводу. Мудаки. Смотри, блядь, ломайся дома.
сидят. Там... Герпа, под Б1 вот эти. Ребята, все. Они отходят. Нарисовал по стрелочке пехты отходят. КШМ-2 подходит. А где он примерно сейчас находится? Ну вот где-то, блядь, туда иди, я знаю. Тимберлайн, это ты чё пометил? Пехи идут? Да, да, один пех. Он, видимо, в зелёнке возле меня. До сарая строения. Направо посмотри, противник должен быть вот тут в кустах, сразу же перед тобой. Будь убит. Ты был умер уже. Опа, Тревор меня убил рядом. Да, Тревор меня тоже. Во-во-во, он уже близко, кстати. Близко, уже в кустах был где-то. Ну, увозите-то что. Вот где-то кружок вот в этом. Где-то так. Я убил его. Хорош. Я убил его. Убери тогда метку пока мою. Я взял камни заспавнился. Дальше. Ты всякий выбираешься. Да. Я выбирался, перешагивал. В сторону углубления камня какого-нибудь. Или возвышения почвы. Что, граната тебе там не поможет, она чуть не убивает. У меня не... Звони Дулу, ты ГПш? Нет, пидболь. Только не перекинь. Эй, ну что ж ты делаешь-то, а? Ой, блин. Ты чё, ёб твою мать? Кто? Ты гений. Я в окно стрельнул вообще на втором этаже, блядь. Тебе с первого ты раза... Ты что, ОГшку ебанул? Да, ОГшку, она, бля, в окно не попала. Там же флешка. На втором этаже улыбнул, вас снизу достал. Сорян, чё, косяк. Она такая ВГшка, противника не убивает, своих убивает. А к нему не дойти. Ну, сплэш самонаводящийся. Шибись, теперь в этот не пролезть. Блять, а чё так как-то дом? Б1 не попасть из-за ваших, блять, взрывов нахер.
под вышкой должны быть все дома, что за дом резнулся, блядь, со взрыва, а, из-за взрыва резнулся, понял, да. Блядь, развалина, кто не дуло у тебя? Между мной и тобой. Питбуль, вот это не дуло. Сзади у тебя, как был. Меня снесли же, ёбаный. Сейчас базы полетят. Бля, ну вы даете. Кто такой веселый чувак? Мне-то полную жопу, блядь, свинца нашпиговал. Бля, у меня Дубрава тоже нахуй. Когда я бежал до этих развалин, блин, мне тут поливали спину. Ну а что мне делать? Я тебе кричу, что они у тебя за этими развалинами, они смотрят. Ну, как мне ты делать? Стреляешь, а потом кричишь. Я тебе до этого за секунд 10 сказал. В сторону Дони дуло за этими развалинами. В сторону Дони дуло за этими развалинами. Что мне делать, блядь? Не стрелять на тебя, я тоже какое там дуло было, ну, блядь, через меня. Дайте метку на Б1. Зачем? Там около дома теперь сидит и вас расстреливает. Ой, да? Что делать было? Нахуй снесу там все дома, блядь. Гепа в следующем доме. В следующем доме сидит он. Смотри. В полуразрушенном Гепа доме сидит пиндос. Попробовать подрывной поставить под Б1. Там, взять. Соломон, забрал, все нормально, пролез там. Этот везде пролезет. Скользкий тип, блять. Трансформация, блядь. Автоботы вперед. Я по своей поверх. Блять, ну ты че, вообще что ли не смотришь, кто кого убил? Бил я давно этого Маркуса. Идем. Нет, я-то тут при чем? Я пошел. Епа, это я по своей головы. Куришь что ли, блин? Монстры, как я тебе мог? Я спять выяснил, что, блядь, Дубрава начал серию убийств, блядь. Куда ты гонишь КШМ? Останови ее, пожалуйста, а? Первую КШМ-ку ты, чувак, пипец же. Куда ты первую КШМ вгоняешь, а? Нет, сока, вот и тут... Мимо тебя и это, триггером идут. Проехал прям по врагу и... Что творится? Кто? Тут все перемешано, и люди и лошади все перемешаны. Давай на след за тобой. А, ну да. Я, видишь, один боялся. То есть юг, да, чем рвать? На Б2 у нас никого. Да. Алло. На Б2. На Б2 никого. Ожидал от вас Лю-2 пеха. По дороге. Хочу две кашмы видно. Воздух. Конечно, маленький бараны, какой-то блин, этот, блядь. Литрушка, по-моему, летит, да? Литрушка на воздух. Или это наш? Боевая, нет, боевая. Это наш. Папа, вот его и подобрали. Добра у тебя. Сам убрался. Там лежнул чуть-чуть по дороге. Сам неплохо с этим справляется. Лос, отойди от дома. На Б2 подходит. Срочно. Давай нахуй снесу, зачем его заходить туда? Не надо. Моя позиция.
Я не вижу этих значок. А вот это уже не наша вертушка. Команды какие-то, слушайте, ну бля, бегаем по кругу, блядь. Давайте 5 стволов на один, 5 на другой, 5 на третий. Все. Ну нихуя так не пойдет, как будет. Так очень просто. Да, бежишь, чекнул карту, посмотрел. Ага, 5 стволов есть. Побежал в другую сторону. На B2, остальные с B1 на B2, выдвиньтесь, пацаны. Вот там один нос. Вот он, мертвому. Шенка едет оттуда, даже B2, от B2 кошма едет. Мои стрелы. Триггер кошма от B2 едет. Слышу ее, подожди. Где она, дебяги? Че взорвалось рядом с этой КШМ? Да, это был КШМ, второй раз спрашиваю. Я аж пойду. Ничего себе. О, вон нашу убили, пошли, они разменяемся. 300 градусов. Вот КШМ. Один заходит. Да фиг он. А Б1 заходит? Бип-бип, а можешь как можно скорее развернуть? Поставить, я не могу поставить Б1 прикрыть, там сейчас Алмуну пизда придет. Меня жгут пидоры эти. Причем делать оно как можно быстрее. Жареный Соломон, блин, до шкварок прожаренный. Поднимает. Ну да, бежит. Давай. Риман, под Б1 бей. И не трогайте КШМ, не трогайте, сейчас разрывну миномет. Ой-ой-ой, севернее такая Соломона, северо-восток-то, ё-моё, сколько же их. Все, езжай, 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 езжай. Садитесь. Кто тут? Разменялся. Всем привет. Здорово. Здорово. Так, настройки. Дубрава рядом недалеко от тебя настройки. На втором этаже крысится. Не
случайно там Авенджера нигде нет? Опа, а чё, пешемки нет? Не везут. То у меня идейка появилась, Соломонов к херам заминировать, чтобы они там выкурили все. Да ладно. Пацаны, одну кошемку под коленом, да. Ой, 69 минут. Ой, 61. Между нами пехотинец. Иди к тебе он пошел. Вот откуда летят? Север. Я с севера с горы откуда. Кто говорил ник еще раз? Ну. Ничего. Все, я перевел. Все, не надо. На Б2 там тело сидит вверху. Резко. Этот. На Б или нет? На Б3 прут. Они тут до бесконечности. Матвей, Б3. Это второй город. Нет, вообще. Я уже тут 2 года играю. Откуда тебя убили? Кончаются. Вплотную. Кто там за меня бежит? Пан аккуратен. Тут 2 как минимум. Взрывает просто на ура, блин. Потому что ее гонят один и тот же чувак все время. Меняется карта и меняется, а что толку-то? Города остаются все равно. Как же города надо брать? Спросил, это последний город? Я говорю, нет. Кошенку на подлете. Так. Б1 еще кто-нибудь кроет, я один не уберу. Синих. Этот, вернее, Б3. Ах, вон на башке. С80 подберем, не открывайте. Не знаю, с какой стороны Тиндор висит, попробую ушатать его. Клюкан. Я же сказал, на вышке висит. У них Абрамс, слушай. Я не услышал. Скорее всего, с юга вышки? Борода. С юга борода, смотри. Там бочка такая, она высокая, ее видно прямо. Где-то еще из северо-запада триггера работает тяжелая техника. Там. Наш, не наш. Б3 слава, хорошо. Чемберленд, а там танк наш брошенный, это. Мы от него не. Я заберу. Добивайте. Ну, пометь пушка, где висит? Не знаю, пусть сначала его видят, сейчас его вынесут.
все без одежды. А где у нас Тула? Носите, блядь, на схему. Я сейчас тормозну, блядь, трубочку тут будет. Какая трубочка большая, блядь. Все показывают, блядь, промили сразу быстро. Вот, у тебя противник прям. Северо-запада вертушка работает по триггеру. Б2 кидал возле Б2 и на Б2. Кантус, перед тобой дома, вот ты сидишь, вот все подними прямо. На Б2 будет. Понял. И выше Б2 дал веточку, где Б2 бегает. Север. Маленько почистил. Да, да, север. Б1. Кидаю на Б1 мины. Как поняли. Что еще раз на Б1? Мины. Что? Мины ушли на Б1. Люкан, аккуратнее, прям вот по у мне тебя пуски. Может, крысит пуски. За этим. За листвой. Что-то даже не разменялись, что ли? Не-не-не. Понятно, он все. Нет, я с ним начал. Просто пипец пусков было, пацаны. Понятно. Есть еще два каба, где у них кэшен стоит? Кто метку с бункера убрали? На Б1 я их там почистил. Куда Б1 кишит их все. Куда Б1 их нарами там убивал, убивал. Ставьте метку на Б3, кто видит. Шен, видит кто-нибудь их? Где рецы? Примерно пометьте. Берите все ненужные метки. Вон черная метка. Ладно, справа кусты от тебя вдоль забора белого. Прочекай их там пенту. Справа у тебя стоит бочка такая, Кулан. Сергей, вдоль забора чекай там этот. Вот этот глухой. Чё это пизда ему, блядь. Дебил у нас тут. Говоришь, говоришь, бежит, вот открыл нас. Куда он бежит? Ко себе, да, перед тобой. Да я его убил там. На Б3-1. Прямо в нем, если чё. Дичь на вышке сидит, на Б3. Вы все вышки забрали, алё. Ох, блядь. Ну, я их задержал сколько смог, так что сорян. Метки постирал, что за дичь? Внутри нет, мешает.
со стороны Б2 где-то так. Все тут. Что там, может Б2 захватит? Или там куча пеха? Воздух. Севера воздух где-то внутри. Да, с Б2, рядом с Б1 где-то. Кошмар, примерно сколько бы там. Чем примерно, что я объясняю? Блять, у них вместе танк стоит где-то на горе. Там где... Сейчас, примерно. Там уже есть метод. Пока на КШМ кто-нибудь треснет здесь, перегоните его ближе к триггеру. Пока с этой стороны никого нет. По-моему, вот оттуда. Нет. Точно на место. Корректируйте, кто видит. Плюс-минус 5 метров. Подожди, должно быть. Скорее всего, не там. Нет, там, там. Тут минимум на 310 он стрелял. Хакер, там ищи. Да не думал, там где стреляет. КШМ, да? Да. Все, КШМ по метке СОСТа взорвали. Ты давала, какие огонь мы брать? Давайте, давайте, ближе к этому бункеру. Все, тащите, ебаный, КШМ еще, нет. Бля, еще тащите. Тут аккуратно, там ДПФ. Давай жук там разворачивай, в дворе в этом не видно. Прямо на вышке, закидайте его это в огонь. Ах ты, сука, все-таки меня забили. Прямо у маски, прямо у КШМ-2. У трассы. Давайте, давайте, атакуйте Б3, пацаны, не сидите, я боюсь, давайте, он там на вышке, заберите. Все, забрал. Давайте, давайте, атакуйте. Дал еще пенным, блин, как дать, нахуя, как. Хорош, хорош, на Б3 тише, нет тише, никого. Подхожу. Жук, рядом с тобой дорогу перебежал, жук справа. Нос, дорогу жук перебежал. Жук, это, блядь, рикошет. Браво, рядом с тобой. Наши. Зеньбор. Я знаю, Зеньбор. Я по нему стрелял, Зеньбор. А в рикошет жука убил. Бупори. Ну, давай, флаг, поднимай, поднимай. Я не знаю. Ну, я не слышу, что стреляет. Питбуль сзади к тебе подходит. Сука, пидорасы. Есть пакет. Мед пакет. На крыше Б1, чувак. Шлем взорвали. Мальчук, ты чё, не видишь ничего? Рейнер, дай мед пакет, пожалуйста. На крыше Б1. Обратно играем с одной КШМ-ка. Разъебут нахуй, проебем город. Зашел на крышу. Зашел на второй этаж, бери. Что это пал, блядь, как я в гасике? Сидал, есть медпакет?
они есть и без автоматов. Ты тупой, нет, я тебя спрашиваю. СП6. Алло. Ну а разница какая? Дальний патрон, шестая серия. Никакой. Надо что говно, что это говно не берет, это условия складаться тоже. Не умеете? Так кто-то говорил, что он... На первом этаже Соломон. Соломон на первом этаже. Дай мне на юге. Я был тоже в юге. Где лишь увидишь, в том доме тебе, чувак. Где-то у меня очень... Иди, вот дом рядом с синим водяной бочкой. Народ, X4 очка, пожалуйста. Нихеровская тут все развалит. Кого есть лишние 4? КЗ, не знаю уже. Я давно там не видел. Когда меня Дегр прилетит? Открыть на подзарядке. Б2 кемпис? Б3 никто не смотрит, ребят. Б3 никто не смотрит. Емакаси, молодец, просто талант. Ты сегодня ждешь просто Емакаси. Я думал, вход разменил, я не знаю, откуда тут прошел. Да, башни. Б1 на третьем этаже. Прикиньте туда ему гранату. Кинули. Становитесь рядом, все взорвете. Сос, дети убили. Дайте мне зайти, блядь. Дайте Соломону дорогу. Не мешайте. Сос, метку иди отсюда. Так, поуйди. Сейчас, топля. Метки там, окей. Кошма подъезжает под Б1. Блять! Соломон, давай пытайся. Куда подъезжать? С какой стороны? С юга. Ну, врагов идет в юге, тянет там. Блядь, они возле космы, ёбаная мать, возле космы! Кто-то там заряд, Кариман, блядь! Кариман, удали кошму, там заряд. Лучше бы один. Дим, там хер зайдешь. Стрелку дал. Слышишь? Б1
что там не забрали, пацан? Да нереально так. Как туда пройти вообще? И там еще внутри. Тут два похуя пехов идет сюда. Тут по два, очень много. Ё-моё, давайте заберите Б3-то. Не, Б3-то. Ебашки всех, сука, нахуй. Взорвали. А чё, вторая КШМ-ка так и стояла все это время на базе? Никто не почесался? Быстрее, парни, быстрее. Поднимайте план. И сидите там все вместе, держите, блин. Минута, меньше минуты осталось, давай. Блядь, нельзя пролезть на Б1, ёбаный. Налейте, посмотрите, что там. Что там, блядь, это там, блядь. Палатик, блядь, блядь, блядь. Блядь, разведитесь, вы только толкаетесь. Быстрее, вас сейчас там, сука, положат. Б1, блядь, вон. Б2, блядь, забирайте. А Б2 там как забрать, никого нет. 10 метров там за 3. Бля, да, я залезу туда, пиздок. Сука, мучились с ним, блядь, ёбаным, блядь. Всем пиздец, блядь. Всё, блядь. Как залупа забагованная, ёбаный свет. Тут, блядь, не говори, с такой игрой, блядь, только нервы себе припать, блядь, наоборот. Одно очко есть у кого-нибудь? Ира, это ты кшенку взорвал для Б2? Нож, тебе одно очко нужно? Все, больше не надо, все. А чё, сейчас фиксанули, что ли, Мишку, типа, чтобы прыгать? С пилота садиться на пассажирское и прыгать. Это каповские Мишки. Странно.
Да пипец, я говорю, они все это. И меня Хаммер проехал. Сейчас мы тут добегаем и это. Соломон с юга поедет по дороге, по основной Хаммер. Денис, ты тут? То лестница на Соломоне, блядь, встречает Хаммер. То, что мне... Откройте к Соломон кошмо, я в городе в этом выпрыгну. Денис. Куда ты, куда? Я также технику свечу отвести. Видел, что я бежал. Я застрял на прицеле. Ребят, не могу ехать, не знаю, что, я раскрою, блядь. Тут где-то пенты, блядь, откуда охуяли. Тоже так думаю. Не знаю, я что-то машина не еду. Тоже треснуть за как поверить. Стреляйте, давайте сначала кошму найдем. Где-то здесь, блядь, что стоит. У тебя там что, есть что? Парни, Слива сейчас прилетит к вам к шинку противника. Встречайте его. Сос, ты можешь мне... Лукьян, к тебе по основной дороге куда-то. Я с этим... Я что? Момент на Абрам. Все, жопа. Отлично. Абрам все? Так, вертолет нам. Да, Абрам все. Замуру заплывает. Где, вот. Азиму, Чембер. Я не знаю, это не я говорю. Ты с вами разговариваешь? Я тут как бы на побережье, вот оттуда с депозитора нельзя, может быть, так что... Минировать? Б2 надо заминировать, ребят. Чё, Б стреляет или раз? Вот она здесь у меня кошмар, вон она, блядь, от меня на 116, ага. Блядь, ёпта, блядь. Подождите, не хуярьте, блядь, далека. Давайте в тыл зайдем. Мерлан, сможешь посмотреть, поставить мит на меня? Ну вот здесь, блядь, я только точно не могу, да. Матвей, Матвей! По-моему, вышку проверил. Блядь, у меня еще тут на юг, посмотрите, юго-запад. Юго-восток. Это не ло, а так вот. Пацаны,
либо ДБ-2, закрепитесь там на вышке. Не бегите зря по другому в город. Закрепитесь и ждите, к вам будет занят. Выбейте кошмоню. Лутает меня. Выбить этот, блядь, сука. Мародер, блядь. Не попал, что ли? Ромчик, давай, работай, быстрее, быстрее. Блядь, сука, а чё у меня нет отстрела? Я в полковнике. У меня нету ремки, ребят. Надо её починить надо. На Б2 мины есть? Много там? Кошму садят нам слитки. Кто минировал Б2? Мины есть, нет? Чё там починить надо, где техника? На мне. Дубрава, ты видишь, блядь, кошму? Чё ты не разобрал? Вижу, ты видел, я выстрелил, блядь, в этот сокол попал, блядь. Сокол, я тут выбил страйкер, блядь. Понимаешь, сейчас три человека говорит, и где твой голос-то забрать? Ещё раз скажи, вот Ромчик, сейчас. Ромчик. Накидай по моей миске, Чемберлен. Ну, если я добегу, через весь город бежать тебя ищу. Вот тут, в Чемберлен, вот. Тони Дула, Чемберлен, есть ремка? Шоу, Тильон. Нет. Всё, сокол, убил, короче, страйкер. Это с большим дуплом. Кошма уезжает. Идите за ней, куда она перейдет. Все, не добежал. Да, КШМ горит. Город тебе КШМ бежать горит, далеко. Ромчик, лучше, не знаю, в обед. Лучше здесь город тебе нереально пробежать. Убивай. Если вниз смотреть, то... Т-55 наш смотреть. Или забрали уже? Да, наш. Гребешки прыгали. Точно? Я на карте его не вижу. Наш, меня приезжает. Т-55, у тебя ремка есть, да, ремку? Thank you.
туман, я не вижу, у меня настолько птуры не летят. Друнга ебаный, блядь. Смотрю на Б3 или куда мне смотреть? Говорить. Ты нет никого туда и смотри. Подходит к Б3. Еще где-то воет. Чем бриллиант, ты понял, да? На старой метке, где кшейм была. Чувак сидит. Дай эту метку. Только не остров, а? Полуостров. Жопа, юг. Блядь, жопа, я не знаю, не стрельну. Там 4,5. Бля, Вев, тут носит танк, пацаны. Да где его не видно пока, блядь? Где? Восток. На центром триггер улетает на... На восток улетает. Возвращается. Сока, ты не достанешь его, у тебя ж пушка. А это уже, ну, это уже кошмар, кошмар летит. Прямо на триггер идет, вот так вот. Я сделал все, что смог.
Все, ты 55 подарили, да? Сейчас заберем. Так, у них АГС есть и двигается с запада на юг по горам. Нос, БРДМ, на тебя идет. Вот здесь по горе, смотри вот так. С третьего. Нос принял? Принял, принял. Ожидай, уже едут. Дороги едут. Поднимаются из... На дороге? Да-да-да, они сейчас на основную будут выходить. Идти на тебя. Принял? Я дороги не вижу. Блять, она у тебя правее, ёбаный, ты на дороге стоишь. Выйди на основную, магистраль. Сука. Быстрее, быстрее, быстрее. Это корыто пока проедет? Да нет, оно... Через минуту уже я буду. Блять! Чё, проебал? Это то вообще-то. Выбил. Красавчик, себя обмагрыш, блять. Мне нормально, да пидбуль, мне похуй, так, это вообще было. Понравилось. Говорит, нос выбил, говорит, нормально. С тебя, говорит, блять, Магарыч. Блять, инфа, блять, 100%, ебаность. Еврей, блин. Нос? Ты. Да не гони. Ничего, блять, бесплатно, блять. Денис, ты тут? Алис, ты проклятый. Подо мной КШМ. Вот тут КШМ-ку высадили только что. Жизнь по мне дагры летят. Братан, он чё пьёт? Он АФК. А ты прямо в город его вон? Где у нас одна КШМ? Парни, может сначала КШМ? ВМП должна быть, берем комплект. Сломаю, могут. У меня рюкзака нет. Понятно. Я починил. Только
только снайпер, блядь, стреляет. Не до боты пока. Там смотришь, на карте появляется, ты можешь видеть, там убить как-то. Тунгуску, по-моему, наши покупали. Че, ее забрали? Батарей забрали. Че, забрали, делайте, ищите, ищите. Абрам стоит, пацаны, Абрам, Димон на тобой. Юг 140 на горе Абрамс. Да-да, подтверждаю, блин. Тут как раз надо, и этот... Он Бэху сейчас захватит, Тура его вобьет. Где Абрамс? Ой, на горе 140. Поставил. Но я на другом месте. Поставил! Нос! Выхожу на позицию. Попал. Четко попал. Сколько ты, блядь, Димона ебаный? Наряд поставил на девушку. Не вижу Димона, да? Сейчас я тоже попробую пострелять, если меня ебаный будет. Борода, тебе очки передать нужны? Давай я тебе дам. Булю кидай, не занимайся хуйней. А или питбулю, борода молчи. Нос, ну что там с Абрамс? Пока не вижу. Бля, четкая метка, что он на нём. Да подождите, около меня садятся. Он прям на камнях там стоит, за камнем. Точная метка на нём, прям на нём точная метка. Нет, с моей позиции, конечно, не знаю. Там где-то в том районе бункер находится, или Б-2-3. А потом с Медасом подняться туда, даже голову. Вот он по БМПР. Работаю. Ломчик, вертушка рядом с тобой садилась. Есть попадание, по-моему. Совсем рядом? Абрамс работает. Бир, контакт. Пиздец, север, ну, вообще не близко. Есть попадание, пушку опустил, отлично. Еще. Хорош. Два раза попал в него. Да, есть. Третий в тур летит. Ой, погревее. Элта, около меня контакт севернее. Хорош. Еще там есть что-нибудь? Здесь КШМ, где-то перезаряд... стоит. Перезарядка. Перезарядка минута. Где-то мост, да, пацаны? Да, юго-восток садится там просто деревушка, что ли, или церковь на горе. Там за него колесо. Он за колесо. Севернее Б-3 бегут. Три ПТУРа за него захерачил еще. И не горит? Нет, не пятыш. Минус. Меняю позицию. Да ну нахуй, блин. Пацаны, глушитель пиздец урон режет, да? Нет, броники просто били, которые более держат. Принял.
Сейчас к Б3 с севера будут подходить. Веточки на кошельке ставьте. Пацаны, с северо-востока идут в сторону 3. Пенды. Северо-восток. Идут на бункер Б2. Б3 стоит дрон. С твоей позиции видно Кошенко. С твоей позиции видно Кошенко. Потому что Рахит, блядь, стоял тучку. Что, непонятно? Б3 был уже наш. Значит, Б3 у жука был. А этот мы до этого мы не дошли. Значит, это Б2. Они и Б2, и Б3 заняли. Парни, Кошенко. Спустите. Жук, спусти, пожалуйста, Кошенко. К питбулю подойдите к питбулю, здесь б точку надо отнять. На севере на КШМ точно. Там, по-моему, выбили уже КШМ. А что-то народ все еще бежит. Посмотри, я видел там горящие две техники. Не уверен, что это именно КШМ. Да, я тоже дым видел, поэтому решил уточнить на всякий случай. Ну просто народ попадается мне здесь. Дал отметку на неразвернутую кошму. Смотрите, на востоке. Значит, выбили, одна неразвернутая, правильно? Да, вот возле меня стоит.
Я ее не буду ее кемпить. Технику я вижу на радаре воздух. Бать! Тебе в спину заходят, питбуль, тебе в спину заходят. Да понял, понял, ну ты что, прикройте. Ну, Риман, что, нет времени? Как в рукомойнике петляю, блядь, видно отовсюду. Вижу технику возле меня. Чуть не могу на стрелка сесть. О, вертушка где-то. Гепа, кто тебя выбил? Их походу ПТУР или боевой вес. Ты можешь сесть на стрелка на этот бэхе? На Б2, пацаны, 3-4 ствола, вы видите, чтобы перекрыть Б2. Б3 сейчас беру. А как называется эта техника, у которой, ну, дохуя колес и наверху пулемет, такое дистанционное управление? Хуйня, как колесница. Блять, я не могу пробить пулемет. Так и называю ее. Я посправился. Б3 сейчас беру. Выдвиньтесь, я шел. Пару стволов нельзя выдвинуться на Б3, пацаны. Два идут же ж вон. Да, давно владел. Райан курный, который не слышит вечно. Питбуль, я бы так не был. На север. Да, откуда лупят? На север. Походу я сейчас дагер получу. Около меня звук, походу, кошмар. Да, подтверждаю, южнее. Едет кошмар, близко. На юг едет от меня. Если увижу, взорву. На Б3 бежит, пацаны. Дайте огонь по Б3. Б3 подбегает, наверное, поднялся. Ёбаный стыд. Где-то воздух, да? Спрашивал. Будь осторожен, я тут это двоих убью. Бир, есть какая-то загадка, где КШМ стоит точно? Нет, звук пропал, есть, вот есть от меня знание, на юг уехало. Метку. Сейчас дам метку. Не езжай сюда, здесь. Недалеко от Б3. Меня опять ждут. Сломо найдешь КШМ через поле. Сус, ты че не можешь его убить?
пацаны, объявление. 3-4 ствола в сторону Б2, блядь, направьте, засадите, я подумаю, ну. Давай на русском правильно. Ну понятно, но все равно пускай через ствол будет. А зато давай мины поставлю здесь. Это на юго-востоке техника, наша чужая. А у нее... Сжег кошмар. Мои метки не знаю. Вот бегут на три по полю прямо, а зато... Техника работает. Что-то свистит так. Север, север, гора, техника. Бля, хитрец прям позади нас. Сломанный дом. Пометил. Техника где работала. Там этот... Бренля, что ли? Б1 подбирается слабо. Юго-запад. Да сейчас Б3 возьму. Питбуль южнее тебя, Слава, подходит. Понял. Доу отметил. Ой, первую кошму снесли, что ли? Вдоль своей стороны я будут бить. Я под огнем, я под огнем. Подранен уже. Витбуль на Б2 бежит. У, Б2 один. Вижу, вижу. Да я под огнем, сейчас меня завалит, сука. Кошма едет под Б3. Б2, да. Перекройте, Б2 перекройте, противник почти рядом. И шесть, Машка мимо летит, меня проехала. Мимо меня проехала Машка, там где я меня был. Пацаны, на Б2. Машку взорвал. По пизды будут сразу. Он не попал, ты понял. Сорян. Запада работает техника. Жука отметил. Димон поднимается чуть правее от тебя. Вверх, Вадим, к тебе туда поднимай. Вышел, он там развернул, Димон. Кошма примерно. Да что примерно, на Б2 кошмарит. Отпросил, выйдите пару стволов. Выезжай. Ко мне. Она ушла оттуда, дальше. Точно нет.
На Б1 почти. Ты 80, подожди, метка не точная его. Сейчас я тебя поправлю. Перед тобой рядом сразу же. Стой, лис. Нет, как раз, ну видишь? Лист, вторая метка черная, точно. Лист, вторая метка черная. Тебя зеленка перекроет ее. Не, не, нет, тебя гарантия, как бы за горой, сразу за хребтом, она будет стоять. Ты стараешься из нее, она тебя вообще не делает. Так, кошму тащит на юг, на севере. С севера на запад туда тащит. Вертолет. Я миномет пускаю сейчас, по лавке этой. Сейчас, сейчас буду. Да выше, прям над тобой, справа, 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 над тобой, справа. Над тобой, справа. Над тобой, батарея. Вот прям справа. На нее смотришь, за кустом. Прям в упоре, в упоре, в упоре. Оцени, давай стрелы. Чемберлэнд рядом с тобой, ну ты, наверное, слышишь. Скинул, скинул, скинул кошму. Блять, откуда, блять, не пашу? Кушать надо стрелять. Б1. На Б1 идут. Так. Короче, подходит КШМ-2 в порту. Донни Дула. Берега на Б1. Стройка. Где там справа, 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 блядь, хитрец, церковь, справа, церковь. Блядь, впереди. Шлем еще второй. Прилетело.
Жук тебе сейчас спину будет убивать, вырубится. Ритик у тебя впереди, слева, по полю прям. Тут не подходит. По полю. На западе дымы, рядом техника противника. Т-80 отжали. Т-80 уже нас сожгли. Там трофейная 65-ка теперь долбит. Да. Вертолет с техникой. Позади тебя, враг, в домах. Рип, брр, бир, пердон, зашел на первый этаж. Питбуль вышел, блядь. Я не вижу, я его контролил, блядь, но он где-то там еще шоркается, пока... Все, я его убил, блядь. Мариман с левой стороны по полю идет. Вот это 55-ка над духом пиздящит. Головрат у меня прям был. Да что за хуйня? Как я его, блядь, не убил, нахуй? Второй кошми. Вторую кошму выбили, кстати. Что, без КШМ? Пацаны, мы без КШМ. Бип-бип к тебе идет по дороге от меня. Закрепитесь на точках. Камик 55-ку отжал, блин. Так, минуту, парни, держим. Залупа ебаная, блядь. Подтверждаю. Она самая. Два пенда села в технику, которую только что высадили у меня. Куда поехали? Вот в этом, виноградники заезжают. Заебись. Пусть едут. Вино давит. Поздравляю всех. Спасибо. Что за ним? Это победа. Блять, какого хера они туда едут, ебать, дебил? Бегу прямо за ней, блять, нет, нечем стукать. Чё я, блять, будет отстрел уже, блять, использовал? Пора. У меня есть. Ну вот я за ней прямо бегу, блять. Я за тобой бегу. Азот, она на тебя едет. Окей. Суст. Сколько СПГшек выдержит? Уходит влево уходит. От тебя или от меня? От тебя влево. Вон стало на. Стоит, давай.
Нет, колеса я еду. Есть. Есть баран. Охуеть. Ушла, блядь. Поехал, блядь. Давайте беру. Он далеко не должно ехать. Надо было по колесам. Нет, топит, сука. Я с РПГ 26, мне кажется, так. Мало урона. А куда он уехал? 11, 14. А вон, едет, 10, 9. Метров 50. Да ладно, что уже, гоняться за ним. Кто-то пешком, блядь, до следующего тигра дойдет. Гранат нужно? Кендер. Давай, смоляй. Я что-то на... А. Что это, Соломон? Отметил. СОС. Юашка. Летает просто. Ямакасер, верни. Высоко летает. Кому очки отдать? Парень подлет наши, да? Кому очки отдать? Ухожу. Соломон, что висит, фармит нас, да? Висит. И раскрывайте кошелем в Олигарыге, так кто по просунет пули отдал. Соломон, ты стрелял уже? Ямакаси, открой там, не уходи. Сейчас, сейчас откроем. Давайте ПЗРК берите, пацаны. Сейчас на суем едем. Ловушки отстреливают. Пока.